Приветствую! Сегодня делаем разбор песни из репертуара Леонида Утесова с названием «Одессит Мишка». Разбор делаем в родной тональности «Ре минор». Я попытался сыграть вступление на одной гитаре и спою куплет и припев. В песне много куплетов, все играются одинаково, так что нет смысла играть всю песню. Итак, приступим. Качается шаланда на рейде голубом. В красавице Одессе мальчишка голоштанный с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида, а покажет, скажет ему мать. Ты ж одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Начнем с разбора аккордов. Аккордов очень много, показываю все. Итак, первый ре минор, баре 5 лад, вторая на шестом, третья, четвертая на седьмом. Бас играем 5-6. Басы показываю примерные, в основном играется так, но в процессе песни я расскажу, где какой бас на каком аккорде играется. Пошли дальше, следующий ми мажор септаккорд. Первая открытая, вторая на третьем, третья на первом, четвертая открытая, пятая на втором, шестая открытая. Дальше соль минор, баре третий лад, четвертая, пятая на пятом ладу, 6-5 бас. Дальше ля мажор септаккорд, баре пятый лад, третья на шестом, пятая на седьмом. Дальше ля мажор септаккорд в этом положении, вторая, четвертая на втором ладу, бас играем 5-6. Дальше ля мажор, вторая, третья, четвертая на втором ладу, бас играем 5-6. Следующий фа мажор, баре первый лад, третья на втором, четвертая, пятая на третьем, бас играем 6-5. Следующий фа мажор в этом положении. Баре на пятом ладу, вторая на шестом, четвертая на седьмом, пятая на восьмом, басовая пятая. Дальше ми мажор, это же положение на полтона ниже, чтобы баре был на четвертом ладу. Следующий ре диез, еще на полтона ниже, баре на третьем ладу. Дальше пошли аккорды ре минор. Первая на первом, вторая на третьем, третья на втором, 4-5, играем бас. Следующий ре минор с басом до. Ре минор мы играем также, только безымянный палец мы освобождаем, мизинцем прижимаем вторую струну и пятую струну басовую играем на третьем ладу. Вот так. Дальше пойдем ре мажор септаккорд. Первая, третья на втором, вторая на первом, четвертая басовая. Дальше аккорд ре минор 6. Первая на первом, вторая открытая, третья на втором, четвертая басовая. Дальше соль минор диез 5 минус. Играем 6, 5, 4, 3. Первая, вторая не играет. Шестая на четвертом, пятая на пятом, четвертая на шестом, третья на седьмом. Вот такая лесенка получается у нас. Дальше аккорд си минор 7 минус 5. Вторая и четвертая на третьем, третья и пятая на втором, пятая басовая. Следующий си бемоль мажор септаккорд, баре
первый лад, вторая, четвертая на третьем ладу, пятая басовая. Дальше пойдем аккорд си бемоль минор, барре первый лад, вторая на втором, третья, четвертая на третьем. Бас играем пятую струну на первом ладу в барре. Следующий ля 9 с диезом 9. Первая, вторая прижимаю я мизинцем на восьмом ладу, третью указательным на шестом. Пятая басовая, четвертая и шестая не играет. Вот так. Дальше до минор, барре третий лад, вторая струна на четвертом, третья, четвертая на пятом, басовая пятая. И еще один аккорд до мажор. Первая открытая, вторая на первом, третья открытая, четвертая на втором, 5-6 будет бас у нас на третьем ладу. Если хотите так брать, тогда нужно будет переставлять палец. Вот, все основные аккорды мы разобрали, давайте бой сразу разберем. Вот на примере аккорда до мажор, играем бас, щипок, три нижних струны и второй бас, и снова щипок. Нам нужно играть коротко. Вот бас сыграли, сразу палец большой приклали к струне, вот, чтобы у нас она долго не звучала. То же самое делаем со щипками. Только сыграли, сразу прикладываем пальцы правой руки к струнам. Это можно делать также вот на примере аккорда соль минор. Ну, нужно приподнимать тогда пальцы левой руки, немножко отрывать от струн, чтобы звук прекращался. Вот так. Или же правой рукой. Если этого не делать, будет так. Выбирайте, как вам больше нравится. Но я рекомендую делать так, как это делал я. Итак, пошли дальше. Разбираем вступление. Начинаем с аккорда ре минор в этом положении. Играем пятую с первой одновременно. Затем щипаем третью с четвертой. Дальше шестой бас играем и вторую одновременно. И снова щипаем третью и четвертую. Опять-таки приотрываем нотки, чтобы у нас долго не звучали. Вот после щипка. Дальше идем на аккорд ми мажор септ. Аккорд мы не берем в этом положении. Берем так. Вторая на третьем, третья на четвертом, шестая открытая басая. Играем 6 и 3 одновременно. Затем сразу вторую играем. И ударяем по струнам правой рукой. Сначала. Дальше играем барре на пятом ладу. Щипаем 6, 2, 1. И на полтона ниже на четвертом ладу. Сначала. Дальше играем. Начинаем также. Щипаем пятую с первой. Затем третью, четвертую щипаем. Дальше. Первая струна играет 5, 4, 5, вторая 6 и вторая 3. Вот здесь мы играем хаммером из 4 на 5 лад. Сначала. Вот, когда играем первую на 4, играем пятую открытую басовую. Вот так. Дальше снова на ми. То же самое играем. Тоже удар по струнам. Затем ставим такой аккорд. Первая третья на шестом и вторая на пятом. Можем или щипнуть, или сыграть просто указательным пальцем вверх. Вместе с басом с пятым мы это делаем. Затем играем первую и вторую открытую. Давайте вторую часть еще раз. Вот, сыграли открытые струны, и в этот момент идем на 10 лад, вторую струну играем вместе с 4 открытой. Затем ставим такой аккорд, маленький барре на 10 ладу на 3 струны и мизинец на 11.
Вот, сыграли вниз. Дальше. У нас играет первая струна. 11, 12 и убираем, играем барре. Вот так. Дальше. У нас играет аккорд ля. Играем пятую открытую. И первую третью играем на 12 ладу, на 10 и на 9. Вторая струна не звучит, так как у нас третья прижата. Пучка лежит на второй струне. Она у нас не звучит. Еще раз давайте. Дальше. Два удара по струнам, по глухим. То есть, вот сыграли мы. Вот, у нас пальцы лежат на струнах. Делаем два удара и идем на аккорд ми-мажор септ. Играем по всем струнам вниз. И на ля-мажор септ. Делаем акцент. И начинаем играть дальше. Давайте сыграем медленно сначала до этого места. Вот. Пошли дальше. Играет первая струна на пятом ладу, вторая играет 6-8, и ставим ля мажор, вот как третья на шестом, четвертая, пятая на седьмом, барре на пятом. Играем 6 и 2 одновременно, щипаем третью и четвертую дальше, дальше пятую с первой, затем четвертая, еще раз. Дальше 6, 2, потом 5 бас и 2 нижних, и приопускаем средний палец, который 3-ю прижимает, чтобы прижалась 2, щипаем 2-ю с 3-ей, еще раз. Дальше идем на ре минор, здесь играем хаммер пул. То есть в барре на пятом ладу играем вторую, потом играем хаммер на шестой лад и пулом сбрасываем снова на барре и щипаем третью, четвертую на ре миноре. Еще раз. Вот, и затем продолжаем играть боем. То есть сыграли хаммер, пул, щипнули третью, четвертую. Хаммер-пул у нас с пятой струной играется. 6 бас. Потом 5 бас. Дальше щипаем третью, четвертую. Затем играем третью, четвертую. Одним пальцем можем на шестом ладу и 5 бас. Затем снова обратно играем эти же третья, четвертая струна на седьмой лад. Еще раз. Дальше идет ре мажор. Играем первая струна на шестом, вторая, третья на седьмом, четвертый бас открытый. Щипаем 4, 1 и 2. Дальше сдвигаем указательный палец на пятый лад. Играем первую с второй. Затем пятый бас. И средний палец у нас прижимает третью струну. Мы немножко приподнимаем палец, чтобы прижалась четвертая и третья. Вот так. Играем пятую, вторую и третью, затем третью и четвертую. Сначала. Дальше снова. Это же самое играем. Потом пятую играем открытую, третью на шестом и на седьмом. Еще раз. И выходим на соль минор. Соль минор играем в таком положении. Барре на 10 ладу, вторая на 11, третья, четвертая на 12. Играем пятую с первой. Можем щипнуть несколько. Это все щипком мы делаем. Вот так.
играем таким боем. Вот щипнули, затем вниз-вверх, второй бас и вниз. То есть пятый, шестой бас. Затем пятая. Еще раз. Вот после пятого баса играем вниз, потом шестой бас. И сдвигаем на полтона вниз весь аккорд, играем вниз по нижним четырем струнам. И дальше выходим на соль минор 6. То есть мы убираем мизинец с третьей струны, ставим на 12 лад. И также щипаем пятую и от первой. Вот так. Давайте еще раз до этого места. Вот щипнули пятую и первые струны. Мизинец у нас на 12 ладу на первой. Глушим. Затем играем вверх. Мизинец убираем в аккорд. Потом второй бас. И щипаем вторую с третьей. Затем на четвертый лад ставим барре. Играем шестую с первой. Затем вторая струна играет 5, 6, 8. Затем четвертая открытая. И первая играет хаммер пул шестой, восьмой лад. И ставим аккорд ре минор, первая на пятом, вторая на шестом, третья на седьмом. Вот поставили аккорд, по нему играем вниз и глушим. Второй бас, пятая. Затем играем снова по тем струнам, что мы прижали, но уже не приглушиваем. Затем четвертый бас. Играем вниз по аккорду. Затем на полтона вниз. И обратно. Еще раз. Вот здесь пятый бас. И играем вверх. То есть щипаем вот так. И вниз аккорд на место ставим. Дальше. Ставим аккорд ля 9. Играем 5, 3, 2, 1. Быстро одну за одной. И затем первая струна уходит по полутонам 8, 7, 6, 5. Дальше. Пятую играем, басовую. Играем хаммер пул 4, 5 лад. Затем вторая на восьмом, на шестом и на пятом. Еще раз. И идем на ре минор. Щипаем пятую с третьей. Вниз глушим, потом шестая с первой, снова глушим, еще раз, затем ля 9, играем бас вверх-вниз по трем струнам нижним. Дальше, шестой бас, играем первую и вторую на седьмом. Затем первая, вторая открытая и снова на ре минор. Повторяем эту же фразу. И выходим на бой, на куплет. Давайте попробуем все вступление сыграть медленно с самого начала.
Вот, пришли мы на куплет. Надеюсь, со вступлением все понятно. Играем по ре минору. Ля мажор. Снова. До мажор. Дальше у нас будет ми мажор, септаккорд с басом си, то есть пятую играем басовую. Дальше си бемоль, септаккорд с басом пятым. И на ля мажор септаккорд. Еще раз. Вот так. Дальше играем до минор. Пятый бас, щипок, ре мажор септ. Четвертый бас, щипок, еще раз. На соль минор, 6-5. Бас. Дальше си бемоль минор, пятый бас. До мажор, пятый бас. И фа мажор, 6-5. Дальше ре диез мажор. Бас играем 5-6. Переставляем мизинец с пятой на шестой струну. Дальше ре минор, ля септ и ре минор. Давайте куплет медленно сначала. Дальше, и если «Горькая обида» поется, мы играем ля 9, бас играем 5-6, дальше до мажор, бас 5-6, на фа мажор, играем 6-5-6, и дальше идем на фа мажор, играем по полутонам, щипаем 5-3-2-1, ми, ре диез и на ре мажор играем, начинаем с баса с четвертого, бас играем 4-5, на соль минор, 6-5 бас играем, дальше ре минор, вот здесь мы играем 1-2-3, то есть четвертый бас на 3, затем ре минор с басом до, играем пятую, и щипаем, мы идем на замедление. Дальше си минор, си минус 5. Играем 5-4-3-2 быстро, одну за одной. Затем си бемоль мажор септ. Также 5-3-2-1 быстро, одну за одной. И на ля мажор. Играем пятую открытую. И играет первая и третья струна. Играем первая на пятом, третья на шестом. Бас. Потом эти две струны. Затем первая, третья на седьмом. Затем первая, третья на восьмом. И на девятом играем 3-1. Не одновременно, а одну за одной. Вот, у нас пауза пошла, и мы выходим на припев. Припев играем с ля мажора. Мы начинаем не с пятой струны стандартно, а из шестой. Играем 6-5, то есть местами поменяли бас. Затем ре минор, ре мажор, соль минор. Вот здесь будет соль минор диез 5 минус. Играем 6-5-4-3. И на ре минор. Дальше ля мажор, ля септ. И выходим на ре минор. В этом положении играем то, что мы играли во вступлении, последняя часть. Затем идет в песне остальные куплеты до этого места, и также мы продолжаем следующее. И в конце песни, как я сыграл, мы играем по ре минору акцент, и ре минор 6 проводим от 4 до 1 струны. И на этом аккорде закончилась песня. Ну вот, пожалуй, все мы с вами и разобрали. Пробуйте, немножко сложно, но я уверен, у вас все получится. Желаю вам творческих успехов, спасибо, пока!